90% инвалидов в стране нуждаются в реабилитации, но специализированных центров для взрослых нет. Об этом говорят представители столичного общественного объединения. Сейчас они ищут спонсоров, которые могли бы помочь людям с ограниченными возможностями вернуться к полноценной жизни. Роман Худжаев вспоминает, как впервые начал заниматься спортом. Пинг-понг давался не просто сложно. Молодой человек с трудом попадал по мячу. Сейчас, будучи членом молодежного общества инвалидов, он активный участник всех турниров, занимается плаванием и посещает фитнес-зал. Принять участие в соревновании по боулингу Роман согласился с радостью. Это все мое упрямство, упорство. Я сказал, я научусь, что я научусь и буду играть. Сейчас сам не верю, что раньше не мог играть. Стал чувствовать лучше, жизнь другая стала совсем. Другой могла бы стать жизнь сотен людей с ограниченными возможностями, говорит глава общественного объединения Мурат Абдумамынов. 90% инвалидов в стране нуждаются в реабилитации, но специализированных центров для взрослых сейчас просто нет. Мы сейчас просто планируем выйти действительно на инвесторов и найти инвесторов, чтобы создать центр инвалидов. Именно реабилитационный центр нужен такой, который бы обучал здоровых, полноценных людей, которые получили там внезапную травму или какое-то увечье, и вот какой-то промежуток времени они ограничены в перемещениях. Все необходимое оборудование уже есть. Открыт вопрос с помещением. Сумма, нужная для его покупки, достигает 70 миллионов тенге. В объединении не отчаиваются, активно ищут спонсоров и продолжают заниматься спортом. Вскоре там планируют провести соревнования по настольному теннису, шашкам и тугуску-малаку. Сабина Сиксимбаева, Ануар Тауикелов, 24 KZ.